П'єса Антона Чехова «Три сестри» вже більше століття не полишає сцену. Постановка від творчої групи театру «Мізантроп» унікальна, адже виконана у стилі танц-драми. Це нове поєднання слів музики та хореографії. Вистава, що об'єднує танцюристів та акторів, дозволить під іншим кутом подивитися на чехівські роздуми про сенс буття та пошуки щастя. Деталі створення музично-хореографічної постановки «Три сестри» розкриють гості нашої студії – режисер Ілля Мощинський та композитор Дмитро Сарацький. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, было бы логично наш разговор начать с того, что ваш театр молодой, как вы сами себя позиционируете, и независимый. Насколько тяжело быть и молодым, и независимым? Молодым быть прекрасно, независимым быть ужасно. Ужасно, сложно, невыносимо, хочется всегда в тепло и под крыло. Но если говорить о каких-то минусах, это понятно. А плюсы какие? То есть нет понятия, кто-то давит сверху? Нет совета. Нету, это то, почему это создается. Нету, кроме нас самих, никто нам не диктует, что нам делать, как нам делать и для кого нам делать. И даже название мы придумали, которое бы никогда бы не одобрил ходсовет для театра. Если говорить о пьесе «Три сестры», по большому счету, это ваша визитная карточка. Как так получилось и почему именно акцент был сделан на это произведение Чехова? Визитная карточка, да? Ну, это наш первый спектакль, и поэтому... Он просто дольше всего в контакте со зрителем. Да. Мы с него начали, и, может быть, так получилось, что очень много о нем говорили, больше всего, может быть. Ну, да. И мы с ним объездили очень много городов. Мы посчитали, что мы были в 20 городах Украины, и вот уже мы были в Польше недавно, месяц назад. А почему так сказать? Это нам нужно спросить. Нам это всегда очень интересно, потому что мы вот всегда примерно одними и теми же принципами конструирования спектакля апеллируем, а вот что-то находит сразу же какой-то отклик и обратную связь, а что-то гораздо сложнее, и мы не понимаем, почему. Мы же, ну вот, эти материи для нас неведомы. Если говорить о миксе опыта и молодых актеров, как приходи, каким образом подбирали исполнителей? Ну, у нас там история, тоже неоднократно она в прессе была озвучена нами там сотни раз, о том, что театр начинался с одной труппы, это было там определенное количество, большей степени танцовщиков, и за там два года существования труппа обновилась, и сейчас это совершенно разные люди, совершенно из разных, кто-то из театра из одного, кто-то из театра из другого, кто-то из одного города, кто-то из другого, то есть это совершенно разношерстный такой вот с точки зрения образования, опыта и даже там места жительства коллектив, который там находится исключительно по творческим мотивациям, других мотиваций нет. Только творческий, так же, как и для нас. Если бы мы хотели мотивации каких-то не творческих, мы бы не создавали независимый театр, мы бы пошли работать в государственный, что-то. Вот. Но у нас был критерий заниматься творчеством исключительно, а дальше посмотрим, как получится. Вот и ребята, которые у нас в коллективе остались, потому что кто-то ушел, кто-то пришел. Вот остались те люди, которые понимают, зачем они это делают, почему, и четко осознают вообще, зачем театр. Танц-драма. Что это для современного зрителя? Для этого надо, на самом деле, на спектакль сходить. Танц-драма — это всего лишь некое определение жанра и намек на то, что в этом сценическом произведении будет упор на жест, на пластику, на хореографию. И через это средство выразительности в основном мы толкуем то, что между строк. А главный гений Антона Павловича Чехова, он заключается в том, что там огромное вот это междустрочье, то есть план, который содержится за репликой героя, который может быть вообще с точки зрения вот там построения незначительный, он огромен. И вот это вот то пространство, которое между этих строк находится, оно в данном случае получило отклик через жест, через пластику, через хореографию, через танец. Тяжело ставить Чехова в 2001 столетии? Нет. Ну, то есть, как бы, если говорить об актуальности, если об этом вопрос, то это очень актуально. Это актуально и многого, что мы там, мы же много перечитываем материала, даже вот там десятилетней давности пьесы могут устареть.
работая над Чеховым, нам ни одной секунды не казалось, что это материал неподходящий для нашего времени. Никогда. И наоборот, каждый раз, когда мы там репетируем спектакль уже 2 года, когда идут репетиции, мы что-то опять вот начинаем перечитывать, что-то где-то корректировать. И мы, и артисты, всегда удивляемся, что почему. Вот актуальность сохраняется всегда. Давайте поговорим о критике. То есть, насколько вот она вас, как авторов, не очень волнует. Не очень. Нет. Ну, тем более, она очень часто глупая. У нас проблема с институтом критики, в принципе. Есть несколько... Это проблема на постсоветском пространстве? Нет, это проблема в Украине. В Украине. Это проблема в Украине. К сожалению, там... В Украине произошел очень сильный перевес в сторону шоу-бизнеса и масс-культуры в области музыки, в первую очередь, но и в театре тоже. И институции, которые были в советские времена, даже в Украине достаточно мощными, театрально-критические, я имею в виду, вся эта вот как бы школа, она исчезла, ее нет. И сейчас появляются новые молодые ребята, которые хорошо пишут, которые интересуются театром, и на фоне общего бума именно независимых театров, в Киеве это наблюдается прямо вот очень активно, появляются имена, появляются хорошие критики, но очень много глупостей просто, на которые мы, естественно, реагируем исключительно со смехом, ну и радуемся. Если говорить о возрастном цензе, то есть молодежь, ну, практически, скажем так, мало ходит в театры. То есть это где? Вот это в Днепре мало ходит в театр? Да вот по статистике и в Украине в целом. Это неправда. Неправда. У вас статистика на самом Аргументируйте. Деле... Аргументируйте. Ну вот придите на 3 сестры. Пожалуйста, приходите на спектакль, вы увидите исключительно молодежь. Во-первых, а во-вторых, вот мы в прошлом месяце сделали такой предпоказ нашего следующего спектакля. И в зале, ну, сплошная молодежь. Это радует вас как авторов? Меня вообще радует, когда полный зал зрителей. И меня радует, когда есть какое-то живое общение и контакт между зрительным залом и сценическим пространством. Ну, конечно, радует молодежь. Мы молодые люди, да, еще. Ну, вот, и нам приятно, когда в зале тоже, ну, такой... Знаете, тут дело даже вот не в физическом возрасте, то, что там старики пошли вон из зрительного зала. Дело в таком уровне психологической молодости и в способности не костенеть и воспринимать. И человеку может быть, как Питеру Бруку, 90 лет, и он может быть моложе 30-летних нас. Поэтому вот нам приятно, что есть живой, молодой такой диалог. Давайте поговорим о музыке. Дмитрий, вы каким образом писалась музыка к этому спектаклю? Это всегда меня удивляет. С помощью определенных компьютерных программ, нотной бумаги и карандаша. Это понятно. Ну, то есть, ну, все равно, знаете, есть понятие «щелчок» и «полилось». Или это все-таки... Ну, я не верю, я его развенчиваю всегда, понятие «щелчка». Я не верю во вдохновение в таком чистом виде, как его описывают в литературе. «Щелчок» была идея, какая-то концепция, общее произведение, которую мы активно обсуждали с Ильей, и каждая, вот работая над каждой сценой, мы ее в голове визуализировали. А когда появлялась какая-то картинка у меня, я ее пытался придать ей звуковую атмосферу. Вот так я, в принципе, вообще понимаю музыку к театру. То есть вот создается атмосфера светом, создается атмосфера какими-то средствами сценическими, и точно так же должна создаваться атмосфера средствами музыкальными. В работе над текстом мы создавали вот эти вот образы, картинки, а я их озвучивал тому, как чувствую, потому как понимаю мир. Театр танцдрама «Три сестры» пройдет в Днепре 8 ноября в 19:00 в Театре драмы и комедии. Что дальше? Куда поедете? После домой Днепра? Поедем. Домой. Да, но скоро приедем опять, и будут гастроли. И будет, ну, вот у нас 19 числа будет спектакль «Винница. Три сестры». 5-6, то есть 5 числа мы играем «Три сестры» в Киеве, в Театре русской драмы. 6 мы играем там «Приглашение на казнь по Набокову» декабря. А вот 3 декабря премьера нового спектакля под названием «Король убил». Это пьеса легендарного и не очень-то такого даже в современности признанного Альфреда Жари.
Если говорить о количественном составе театра, сколько людей вообще заняты и в спектакле «Три сестры», и вообще, то есть труппа? Ну, вот у нас десяточка работает, но это прямо иногда десятка, так как просто армия слонов на сцене. Мы стараемся иногда, ну, тут вот это там, сколько людей, ну, там, 45, 10. Вопрос, что это за люди, что там вообще на сцене происходит, что там происходит между ними, что их связывает, что связывает зрительный зал и сцену, что происходит вообще во время спектакля, и что такое спектакль для этих 10 человек вот, и нас. Вот сегодня вот в эфире выяснилось, что Дима отрицает вдохновение. Это интересно тоже. Я тебе говорил. Знал. Я забыл про то, что ты прямо вот ставишь на этом крест. Но на самом деле это лукавство. Если говорить о спектаклях, каждый из них похож друг на друга, или все-таки элемент импровизации присутствует? Каждый спектакль, «Три сестры» в разных городах? Да, в разных городах. Это... Очень разные. Мы иногда вообще не знаем, что это за спектакль. Мы смотрим и не можем узнать ничего. Стоп, тут, коллега, ты не понял вопроса. Делают ли действия их и мизансцены, это точно, особенно в «Трех сестрах», потому что там музыка, она связывает, она в данном случае... Да, Илья правильнее понял. Да, тут, когда в спектакле много музыки или вообще все пространство в музыкальной ткани происходит, тут очень возникает важное обстоятельство. Время диктует композитор. Он в этот момент... Если музыка звучит в записи, то... Да, даже если не в записи, все равно музыкальный материал диктует время. Когда его нет, время диктую я и А когда актер. Режиссера нет, а когда, и музыки нет. А когда режиссера нет, музыки нет, то и времени нет. Да. Приглашайте. А куда смотреть? Мы приглашаем всех желающих в пространство живого театра. Мы привозим в Днепр спектакль «Три сестры» 8 декабря. Ноября. Вот. 8 ноября на сцене театра русской драмы. Нет, на сцене театра драмы и комедии. Драмы и комедии. Лучше ты приглашаешь. Да, я не знаю, просто его же переименовали, да, но вот мы на этой сцене мы уже будем третий раз мы будем показывать «Три сестры». Мы очень ждем зрителя, и тех, кто уже был, и тех, кто видел, и тех, кто еще не был, но слышал и очень хочет прийти. Приглашаем, это будет весело, драйвово и познавательно, я надеюсь. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у студії був режисер Ілля Мощинський та композитор Дмитро Сарацький.